Привет, друзья! С вами опять Зажигалочка. Это видео о мексиканских ресторанах, еде и напитках в старом городе Сан-Диего. Истинные поклонники мексиканской кухни хотят знать, кто готовит лучшие тамалы в городе, у кого есть собственная тортиллерия, изготавливающая выпечку прямо у вас на глазах, чей острый соус дает больше всего вкуса, кто делает маргариты свежими. В старом городе несколько десятков ресторанов, большинство из них мексиканских, поэтому достаточно трудно выбрать. Давайте зайдем сегодня в кафе «Койоте». На протяжении более 30 лет это кафе остается одним из знаковых ресторанов, расположенных в историческом пешеходном районе в самом сердце старого города Сан-Диего. Кафе «Койоте» признавался лучшим мексиканским рестораном 18 лет подряд. Тут всегда очередь. А еще можно заглянуть в окошко и посмотреть, как выпекаются мексиканские тортильи традиционным способом – амана, то есть вручную. Соблазнили. Давайте пойдем часик отдохнем от прогулок, закажем маргариты и насладимся праздничной атмосферой. Пока наши бармены готовят маргариту, посидим в красочных дворах под открытым небом, посмотрим на брызги фонтанов, дополняющих атмосферу эспланады, обрамленной испанской архитектурой с красочными мексиканскими фресками и декором, и вдохнем аромат цветов. Would you mind some drinks? Maybe I should take another margarita, strawberry. You have one too. For two of them. You have what? You have classic, I will have strawberry? Or which? Or maybe pomegranate? Yeah, margarita. Margarita. So mango. Mango, okay. Mango for that. Mango? It's gonna be blended. Okay, and then for you it's gonna be on the rocks, the salt. Yeah, sure. Yeah. В Миком старом городе мы нашли один уютный мексиканский ресторанчик. Здесь народа полно сегодня, потому что это каникулы, и мы собираемся пить маргариту. У него классическая мексиканская маргарита, а у меня из манго. На здоровье. Мик себе сделал лайм. Это классическая маргарита, а я заказала себе из манго. И лед мой сблендинг в такую кашку. Это очень вкусно. It's actually a really good margarita. Обычно на стартер они подают вот такие чипсы кукурузные. Соусом, который называется салса. Это очень вкусно. Это мексиканская буррито с рисом и фасолью.
конце вашего посещения вам предложит сделать вот такую фотографию на память. Посетив старый город, вы познакомились с атмосферой и настроением многокультурного Сан-Диего. Я готовлю еще несколько видео про старый город Сан-Диего, моих следующих о колоритном рынке местных изделий и, конечно же, о звуках старого города. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы смотреть мои следующие видео. Ваша зажигалочка.